Всем привет! Надо вас протереть немножко. Нет, еще хуже стало. Вот так, что ли? Так нормально? Знаете, я сейчас иду по улице, вдыхаю свой парфюм, свои духи и думаю, почему-то странные люди здесь. Но в Тель-Авиве всегда странные люди, я сама еще тот чудак. Так вот, и думаю, почему люди всегда делят парфюмы дневные, вечерние, утренние. Значит, если мне нравятся более тяжелые парфюмы, я их купила, и я должна их промариновать у себя в шкафу до тех пор, пока не наступит какой-то чудесный, великолепный выход в свет. Входящий звонок был. Так вот, значит, какой-то прекрасный наступит вечер, когда я наконец-то одену вечернее платье и позволю себе воспользоваться любимым парфюмом. Вам не кажется, что это как минимум как-то странно? Потому что я, значит, здесь прорвало канализацию, представляете? Обычные тель-авивские дела. Так вот, значит, я потратила на этот парфюм деньги, я его выбрала, мне нравится, но при этом мне надо выждать какой-то специальный момент, в который я могу воспользоваться, да, для которого я могу воспользоваться этим парфюмом. Получается такая какая-то странная история. Выходит, что мы покупаем одежду, парфюмерию, косметику для случаев, то есть не для себя, да, мы все это пытаемся для каких-то случаев. Значит, не смысл доставить радость себе, а смысл доставить радость что, случаю этому или постороннему человеку, который туда придет. Вы знаете, я вот все время думаю, что если мы в офисе набрызгаемся даже супер дневным, супер классным парфюмом, и даже чуть-чуть, все равно большинство коллег решат, что она от нас воняет. И это плохо, и им это не нравится. Да? И они не оценят, какой шикарный у нас дневной парфюм. Мне кажется, то же самое вечером. Если мы наконец-то вечером начнем выгуливать свой любимый парфюм, то большинство людей, окружающих нас, они тоже его не оценят и скажут, боже, какая гадость. Вот, и то же самое использование парфюмерии дома. Я вот так задумалась, почему многие люди ее жалеют. Да, ведь мы покупаем духи для себя, по сути. Мы не покупаем духи, чтобы надушиться, и люди на улице подумали, ах, как она хорошо надушилась, да. Потому что кто-то и покупает. Мы покупаем духи для того, чтобы получать удовольствие от них самой. Так почему их нельзя нанести на ночь, или дома, или еще где-то? И почему нельзя ими пользоваться просто в свое удовольствие, а не экономить их для каких-то случаев? Случай – это наша повседневная жизнь, это тот случай, когда стоит хорошо одеваться, когда стоит пользоваться косметикой, парфюмерией и получать удовольствие от жизни. Вот это и есть случай. Потому что если вот это все мариновать и ждать, когда это будет, как сказать, приличненько, да, так это никогда не будет. Оно просто, вы будете держать этот любимый парфюм у себя в шкафу. Да, и жалеть, что вот у вас так мало случаев его использовать. А вы просто его используете. Вот просто встали и используйте. Так что вот. Ведь эти вещи все созданы для того, чтобы радовать нас, а не для того, чтобы радовать какой-то момент, каких-то людей на вечернем мероприятии или каких-то других людей, которые, может быть, поймут, что мы надушились уместно. Вы знаете, людям, которые ценят и понимают хорошую одежду, хорошую парфюмерию, им всегда будет понятно и уместно, даже если вы с утра выйдете с тяжелым парфюмом. Потому что они понимают, что есть другое настроение, есть другие взгляды. А людям, которые это ничего не понимают, вы всегда будете неуместно одеты, неуместно надушены и неуместно хорошо выглядеть. Да? Так что вот такая, вот такие вот мои размышления. Я пользуюсь парфюмерией вообще вне зависимости от времени года, дня, ночи. Нахожусь я дома или иду куда-то еще. Мне кажется, главное это просто умеренность. Не выливать на себя полфлакона, чтобы все вокруг задохнулись. И 2-3 нажатия более чем достаточно. В этом, мне кажется, есть тайна, что ты ощущаешь этот парфюм, а остальные могут с ним мирно сосуществовать. Только при близком контакте с вами они могут его чувствовать. Все, я иду по бульвару Ротшильд по своим делам.
мысли что-то вот так, ощущая свой парфюм, на меня мысли на эту тему нахлынули.